Я все-таки вам объясняю, где ставится газ. Дело в чем заключается? У нас газовое оборудование ставится, но нету такого, чтобы приехали и снаружи все это дело было вам показано. Такого, к сожалению, нету. Поэтому ООО «Техногаз» располагается вот здесь, вот Северная 2, это стоянка от моей супруги. То есть я здесь часто ставил свои автомобили. И Линкольн Таункар, и Линкольн Континенталь. Все это было здесь. Также здесь ставились и мой Ford Taurus, и также я здесь ставил, естественно, Nissan. И все это я понимаю. Но вот сегодня, сейчас, вот здесь вот, прямо заходите на входе. Это несложно зайти. То есть, чтобы я вам недолго показывал, вот это место. О, «Техногаз». Ставите здесь замечательное газовое оборудование, BRC. Теперь про слово BRC. Круче него, к сожалению, ничего не придумано. Я все-таки точно знаю те места, где комбинат выглядит круче всех. Такое дано далеко не каждому. Тут нужен опыт и видеозакалка. К сожалению, фото для вас это не фото комбината. А лучше всех выглядят новостройки ММК с гаражей на Северной 2. Кстати, здесь же прямо на входе есть и то, что для комбината и для всех жителей Магнитогорска и окраин. Здесь вы можете поставить себе супергазовое оборудование компании BRC. Кстати, зиждется во мне радость за наш город. Наш город хряпнул кризиса первым, и первый оттуда и отъедет. Мы первыми из провинциалов забрали кубок Гагарина, и первыми из всех жителей самой газифицированной страны ставим газ на свои автомобили. Я честно радуюсь, видя очереди на газовых заправках и понимая фишку. Ставишь газ, и суть событий от десяточки в месяц. При этом абсолютно понятен результат. Тот, кто купил машину задешево, быстрее ее оправдает. Да и задорого тоже. А как ставится? Ну вы посмотрите, как это делается. У меня такое часто случается, я говорю, где нужно поставить газовое оборудование. Вот. И мне говорят, а что так дорого? Я говорю, подождите, я что-то не въезжаю. А машину, на которую вы ставите, чтобы это было все красиво и ровно. Вы что, не можете заплатить лишние 3 рубля, чтобы это все было красиво? И вот у них такие тараканы бегают в голове. Но тараканы же не должны бегать, потому что сумма-то это оправдывается. Ну оно ж как есть поговорка, но так и есть, сэкономишь 3000, а потом 10 отдашь, и потом ногами бегать все это придется. И поэтому вопрос качества там стоит на первом месте. Надо обращать внимание на качество. Если качество соответствует цене, то почему не переплатить лишние 2-3 тысячи? И с последующими заправками, 2-3 заправки вы эти 2-3 тысячи сэкономите в любом случае. То есть нет такого, что заплатил и когда-то это вернется. Это вернется буквально в месяц. Ну это все зависит от пробега. Если у вас большие пробеги, пробеги в день, то естественно вы за месяц это все дело 2-3 тысячи вы отыграете эти, сэкономите. Я обратил внимание на то, что вы, во-первых, все это дело на пайке делаете. Во-вторых, у вас инструмент для газового оборудования, он совершенно другой. Нету медных проводов, все как-то совершенно правильно. И у вас есть замечательная гарантия. Сколько она? У нас гарантия 2 года, независимо от пробега, сколько вы бы не проехали. То есть гарантия это распространяется на все автомобили, которые устанавливают у нас, если они обслуживаются в нашем центре. И также, если они обслуживаются в других центрах, у которых есть лицензия по установке, ремонту оборудования BRC. А то, что инструмент, вы говорите, да инструмент он у всех установщиков одинаковый. Это комплектующий, мы пользуемся итальянским. Я про другой инструмент, про то, что у вас в голове, я понимаю. Ну, мы же ездили, специально обучались, мы как бы тоже свои средства вкладывали на это, жили, работали в Москве, проходили практику. Поэтому как бы оно, естественно, в голове все это откладывается. Пока руками все не попробуешь своими, учились на своих ошибках. Ладно, специалисты хорошие, они вовремя подсказывали, где что, чего, как надо. Они сейчас поддерживают, оказывают техническую поддержку. И, в принципе, техподдержка очень сильная. И маленький небольшой совет для тех, кто поставил настоящее газовое оборудование. Что же надо менять? Фильтра надо менять обязательно, так же, как и на обычной машине. То есть это чистота, фильтра не будете менять, будут засоряться форсунки. Форсунки менять, ну, как бы вещь тоже не дешевая. Поэтому лучше вовремя все делать, один раз в 15 тысяч заехать и поменять фильтра. Знаете, есть такое животное скунс.
правильный зверек. Но вот когда он чего-то боится, то из чего ему дано какать, заливает вас тем, что рядом. Вот и у нас количество скунсов просто выпирает. Но надо понять, что 90% автомобилистов в мире ездят на газу. Нам, конечно, шибко хочется бензин, но газ-то круче. А круче всех в городе ставят здесь. Ну, по крайней мере, пока я-то это знаю. Что еще вам можно показать? Гарантия 150 тысяч километров пробега. Представляете, пока вы свою машину эксплуатируете на газу, вам ничего и не нужно будет сделать, разве что сюда приезжать и вовремя менять топливные фильтра. И это BRC, и это вот такое. А где BRC располагается? BRC располагается вот напротив выезда в сторону Белорецка. То есть за домами, помните, такие дома у нас были, эти поляки строили, проезжаете, вот следующая остановка, и направо, вот сюда, Северная 2. Здесь ставите вот такое супер оборудование.